Привет! Привет! Мы наконец кушали с Егором. Мы сегодня будем делать папе торт. Да, еще мы будем делать папе на день рождения. Будем делать ему тортик. Тортик? Тортик-то уже готовый. Украшать, наверное, да? Да, украшать. Так, ну давайте, украшайте. Посмотрим, как вы папе тортик украсите. А вот это кто уселся там это, на место торта, а? Туда же торт мы будем ставить? Это Лили. Лили? Да. А почему она заняла подставку для торта? Ну, потому... А? Ну, потому что мне было удобнее. Ей, чтобы было удобнее, чтобы всех было видно? Да. Ну, давай мы ее попросим, чтобы она посидела на столе, наверное, или где-нибудь еще. А Егор туда будет торт ставить для украшения, да? Она умеет делать. Егор, забирай тогда подставку, а Лили посидит рядом с Алисой. Перекладывай туда тортик. Она сейчас выключена, а что она умеет, что-то она умеет делать? Да. Да? Да, она умеет только говорить по-английски. По-английски? Это Лили умеет говорить по-английски или Алиса умеет говорить по-английски? Нет, Лили. Ух. Давай, поднимай, я ее уберу и поставишь. Вот, все. Смотри, Лили. Как весело. Посерединке его пододвинь. На, вытирай руки, посерединке пододвинься. Чтобы он ровно посередине стоял. Он не посередине стоит, Егор. Еще чуть-чуть. Я очень боюсь пекло. Вот, вот так. Ну, все. Ну, давайте. Кому там щекотно? Лили. Лили? Да. Шоколад. Ну, давайте, делайте. Стоп. Подожди, Алиса, шоколад горячий. Это Егор будет шоколадом обмазывать, да? Я беру вот это. Я беру шоколадку белую. Ну, тоже. Ну, шоколад горячий. Давай ты потом будешь лучшим эмденсы накладывать, да? А как вы будете украшать? Из чего торт-то будете украшать? Вы не сказали? Ленточками. Хелкити и кружочками. Да? Да. А, Егор, чем украшать-то будете торт? Мы будем торт украшать шоколадками, мундемусом и ленточками. Торт называется Прага, а Алиса с Егором хотят его украсить еще белым шоколадом. Да, я хочу. Шурага. И ММ-денсом. Да, я хотела ленточку Hello Kitty и кошечки. Да. Ну, а потом обвяжете его красивыми ленточками, да? Да, я буду Hello Kitty, а няня будет кружочками. Кружочками? Да. Хорошо. А я буду Hello Kitty брать. А ты будешь Hello Kitty брать? Да. Это твой любимый персонаж, да, из мультика Hello Kitty? Да, я... Да, у меня есть тоже игрушка Hello Kitty. Правда? Да, она у меня сейчас грязная. Грязная? Она у тебя вымазалась, что ли? Да. Что-то кушала такое? Наверное, кушала шоколад втихушку, да? Белый шоколад наш. Да? Нет, она... Что? Китти испачкалась. Китти испачкалась? Да, Китти испачкалась под Нового года. Под Нового года. Она, наверное, сильно много конфеток шоколадных съела на Новый год. Да. Да? Под елочкой Дед Мороз много шоколадных конфет приносил. Да. Алиса у нас чумазенькая была от конфет. И Hello Kitty, наверное, с ней конфетки кушала, да? Нет. Hello Kitty сама все конфетки съела, а Алиса не ела конфетки? Нет, только Китти. Только Китти съела? Да. Ах, она Китти такая. Значит, у Hello Kitty зубки будут выпадывать, а у Алисы будут зубки здоровые, да? Да. А мы-то с мамой думали, куда все конфеты исчезают. А это, оказывается, Hello Kitty съела все конфеты на Новый год, да? Да. Вот она какая у Алисы подружка. А тебе-то хоть одна конфетка досталась? Нет. Hello Kitty все конфеты съела Алисины. Да. Вот так подружка. Ну ладно, хоть у Алисы тогда зубки будут целые. Да? Да. Да. А ты нам песенку-то сегодня будешь петь про пальчики? Да, про пальчики. А? Я. А дальше? Ну ты хорошо, пой, чтобы все слушали. Не все же знают это по-английски, что ты поешь.
А мы потом переведем, да? Давай дальше. Дальше. Систер Финга. И дальше последний. Дэдди. Да, здорово. Это лишь... Как переводится-то, а? Не знаю. Не знаешь? Ой, там поется-то пальчик. Пальчик это называется мама-пальчик, или папа-пальчик, или братик-пальчик, или сестренка-пальчик, или бэби-пальчик, да? Маленький пальчик. Например, ой. Например, бэби-пальчик, где ты есть? Ой. Вот он я, как дела? Да? Ой. А что там у тебя? У Лили крутится ручка, смотри. У Лили крутится ручка? Да, смотрите, лилятки. Здорово. А что Лили умеет у тебя еще делать, а? Ой, она умеет так танцевать? Да. А говорить она что-то умеет? Да. Смотри, как весело. Как весело. Смотри, как весело Егор делает красивый торт. Я очень боюсь. Да? Папе Егор украшает на день рождения торт. Да, ленточками. А Алиса будет ленточками потом обвязывать, да? Да, я думаю, будет с кружочками. Да? Да. Лили весело очень. Ну, понятно, с Лили играет, есть весело. Ой. Волосики даже есть, колобочки у нее были, волосики. Волосики? Ты прическу-то ей делала? Да, вот. Как прическа называется? Обстрейктер. Ой, что-то название какое-то у прически даже не выговорить. А? Ой, Алиса, выдумщица у нас, да? Алиса у нас выдумщица? Нет. А мне кажется, Алиса у нас выдумщица. Нет. Про конфетки выдумала, которые Hello Kitty на Новый год сама съела, да? Да, много-много. Много-много? Мне кажется, это Алиса потихонечку конфетки ела. Нет, это Kitty много-много съела. Kitty много съела, да? Да. Ну, у нее же зубки все повыпадывают у Kitty, а? А у нее еще не выпали. Значит, это Алиса. Нет, не выпадут? А что будем делать, если у тебя вдруг зубки начнут выпадать? Это значит, ты конфетки ела, а нас обманула? Нет, Китти. Китти? Да. Это у Китти начнут зубки выпадывать, да? Нет. Нет? К стоматологу-то Китти тогда поведем? Нет. Ну смотри, вдруг у Алисы зубки заболят, это значит, Алиса конфетки ела сама? Нет. Нет? Китти ела? Нет, ну, и не я. Алиса не ела? Да. Hello Kitty ела конфетки, да? Нет. И не Китти, не я. А, и уже и не Китти, и не ты. Куда же тогда конфеты исчезли? А? Они должны... Егор, наверное, съел все конфеты. Нет, я съел только 99 конфет, а последнюю конфету Алиса съел. Да? Да. У Егора зубы будут выпадывать, значит? Нет. Нет. Мы нашли тогда поедателя конфет, да? Да. Егор съел все конфеты? Нет, Алиса нет. Еще одну... Нет? Алиса одну съела. Да. Я одну съела. Я съела. Ты одну съела? Да. Ты очень любишь шоколад? Да? Да. Да? Да, конфетки. Конфетки. Любишь очень, да? Да, я хотела, чтобы зато мне принёшь Дед Мороз еще конфетки. Да Дед Мороз уже все ушел, Новый год-то уже закончился. Жди. Теперь уже на следующий Новый год он придет. Жди теперь, Алиса. Дед Мороз нам принесет, наверное, еще... Девочку еще Микки Морса, чтобы мы сделали подушку. Да? Да, для мальчика. Смотри, как у Егора получается красивый торт, да? Да. Торт, коричневый торт Прага. А там украшенный белым шоколадом. Там будет разноцветный. Вот, да. Мама купила разноцветный. Вот такие. Да. Здорово. Там были желтые, коричневые, классные. Ты мам-данс тоже любишь? Да. Очень? Да. Когда мы все сидим, когда мы все сидим с лапой змеи. Да? Да. А может это Hello Kitty будет есть торт шоколадный? Или Алиса? Нет, это ты будешь. Это я буду кушать? Да. Ну, я-то с вами поделюсь. Только Лили будет кушать. Лили будет кушать? Да, по наводку только. Да? Ой.
Егор, уже смотри, забор из шоколада из белого заканчивая строить. О, как раз для одной плитки осталось место, да? Угу. Егор как рассчитал. Это убираем. Сейчас, Да, нам больше не пригодится. Вам. Да, там надо последнее еще одно. Нам пригодится сейчас что? Эммандарс и ленточки. И ленточки. Да, эммандарс и ленточки. Давай, открывай, Лиса. И последнее, традиционное. Динь-динь-динь-дон. Так, Егор забор из белого шоколада сделал. Ну давай, помогай Алисе. Опа, Алиса открыла, молодец. Егор, помоги. Сейчас же нужно ленточку делать. Нет, нам надо. Ну, насыпьте, какая разница, можете насыпать. Нет, там этот высобор может обвалиться. Да? Алиса, ну давай, Егор говорит, что нужно сначала ленточку. Давай какой ленточкой будете делать? Я буду Hello Kitty, хочу побольше. Hello Kitty, ну давай, Алиса Hello Kitty, а Егор будет другой ленточкой. Двумя ленточками тогда папе сделаете. Егор, давай чашечку я уберу, чтобы она вам не мешала. Тут такой вкусный шоколад. Ну это я съем, нет, я специально сказал, давай я уберу. Нет, это я его съем. Ну, не пока вы будете ленточкой закручивать, а я его как раз и съем. Какой вкусный. Алиса, с другой стороны нужно завязывать. Егор, помогай Алисе. Не могу. Не можешь? Нет. Так. Вот Егор с Алисой. Hello Kitty там. Hello Kitty там. Да, здорово. Это Алиса ленточку выбрала папе, да? Так, ну вот, наконец у нас Егор справился с одной ленточкой, теперь будет завязывать другую. Алиса будет помогать, да? Ну давай, Алиса. Егор завязал Алисину ленточку, которую Алиса выбрала, а Алиса будет завязывать, которую Егор выбрал. Так, а завязывать ты как собралась, дорогая моя? А? Вот так. Вот так вот? А мне кажется, вообще с другой стороны надо. А? Я так хочу вот так. Вот так вот? Алиса? Да. Ой! Алиса, смотри, у тебя лента... Ой, здорово, как Алиса ленточку завязала, да? Вообще! Прикол! Давай, Егор тебе поможет. А? Прикольно Алиса ленточку завязала? Да. Да? Это Лили так сделала. Это Лили так сделала? Да. Ой, Алиса у нас... Прикольщица, да? Нет, это Лиля. Лиля? Да. Ясно. Это на трусах есть липучка. У Лили на трусах есть липучка? Да. Для чего у нее там липучка? Ну, потому что ее включать. А, включать? Да. Понятно. Так, Егор ленточку завязал. Ну, давайте украшайте теперь моим дэнсом. Алиса, сядь. Егор тебе поставит, и ты тоже будешь насыпать. Много ММДэнса туда сыпать надо, а? Да. Да? А кто будет есть? Опять Hello Kitty будет есть? Нет, я. Нет. Я и мама. Ну все, наверное, хватит? Нет. Нет еще? А, не убил. О, Алиса поймала ММДэнс себе в рот. Да все, хватит, наверное, красивый. И Егор поймал себе в рот ММДэнс тоже. А Лили специально отвернули, чтобы она не видела, сколько много тут шоколада? А то она все съест? Да? Ну, сладкоежки. Все, давайте ММДэнс. Хватит, красиво и так сделали. Давай, Алиса. И давайте, показывайте. Весь высыпать хотите, что ли? Угу. Да? Угу. Ну, высыпайте весь. О, ничего себе. Это чей вылетел ММДэнс? Ой, Алиса, сладкоежка. А говорила, Hello Kitty съела все конфеты на Новый год. Так, ну что, давайте посмотрим, что у вас получилось. Показывайте готовый тортик.
Вот какой замечательный получился. Дети папе тортик сделали на день рождения, да? Торт называется? Прага. Прага с белым шоколадом и с ММДНСом, да? Да? Так и день рождения-то еще не началось у папы, а? А вы уже начинаете торт есть. А? Алиса, Егор. Все, говорим давайте пока-пока. Пока-пока. Алиса, подписывайся. Что Алиса сказала? Подписывайся на наш канал в гостях. Алиса, Егор, всем пока-пока. Ну, пока-пока.